Вторую неделю подряд жители домов номер 41 и 42 в поселке Развилка наслаждаются детскими мероприятиями. На их детской площадке проводится программа «Наш двор». Без повода, а просто во благо местных ребятишек организуются интерактивные игры, танцы и мастер-классы. Мы это делаем для детей. И результат, чтобы их дни не проходили так неинтересно. То есть мы могли разбавить это весельем, радостью, улыбками. На этой неделе программа посвящена Древней Руси. Костюмы и инвентарь организаторам предоставляет администрация сельского поселения Развилковское. Все выдержано в рамках тематики. Здесь расшитые мужские кафтаны и женские национальные костюмы с кокошниками. Мастер-классы тоже в духе времени. Роспись деревянных ложек, плетение из соломы. Сегодня я сделал переведение из соломы, а в тот раз я сделал кикимору из соломы. Тебе нравится это? Да. Я каждый раз все мастер-классы прохожу и помогаю в мастер-классах. Для тех, кто хотел чего-то подвижного, организаторы устроили игровую программу. Дима Манаила не первый раз принимает участие в этом мероприятии. Сегодня он капитан одной из команд. Хорошо для детей, для всех. Это интересно. Мы играем, танцуем, поем. Громкая веселая музыка и активные действия на детской площадке привлекают и новых участников, которые остаются под впечатлением от посещения программы «Наш двор». Впервые здесь пришли. Так просто из окна смотрели, а здесь так впервые сюда пришли. Обычно такое в школе только. Первый шаг сделан, пришли. В следующий раз будете участвовать? Да, будем, конечно. Программа «Наш двор» реализуется во всех поселениях муниципалитета. И надо отметить, очень успешно. Развилковская молодежь в передовиках. Их мероприятия собирают по 70 и более детей. Нововведению рады не только малыши, но и родители. Это необходимо надо сделать, чтобы дети наши не бегали где-то по дворам, а здесь были. Чтобы они чувствовали дух заботы о них. В планах у развилковской молодежи собрать собственный территориальный совет молодежи, куда войдут местные активные школьники, чтобы уже самостоятельно проводить в поселении различные массовые мероприятия. Юлия Погосян, Михаил Решетов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.